А в Калифорнии уже в следующем году могут казнить сотню заключенных, которые ожидают смертной казни в тюрьме Сан-Квентин. Дело в том, что срок моратория заканчивается именно в 2016 году. И в ближайшее время власти должны решить, с помощью какой инъекции приводить приговор в исполнение. Кадры, которые вы сейчас видите на своих экранах, это редкий случай, когда журналистов пустили внутрь тюрьмы и разрешили пообщаться с заключенными. Некоторые рассказали, что ждут своей участи десятки лет. И даже шутят, что шансов умереть здесь от естественных причин или самоубийства гораздо больше. Большинство из нас сидит здесь в течение многих лет. Лично на моей памяти было всего две казни. Поэтому для многих смертная казнь превращается в пожизненное наказание.